бизнес тоже. То ли это его бизнес, кофе, да. Ну и там всякие сладости тоже и тому подобное. В общем, прикольно. Вот. Мне всегда хотелось с ним вот так вот живую нормально пообщаться, просто, ну, узнать, как он все это время, что у него происходило. Вот, как-то так. Чем, не знаю, сейчас увлекается, потому что не хочу я вот так вот через ВК там с ним общаться. Не то совсем. Вот, как-то так. Вот уже мы с ним много лет, в общем-то, нормально так не могли пообщаться, но вот у меня до сих пор в друзьях есть. Я иногда проверяю, блядь, не удалил ли он меня оттуда. На всякий, да? Да, то, ну, как бы, практически не общаемся, не знаю. Вот, и как бы хотелось просто так, типа, ну, не сюрприз, но неожиданно, допустим, приехать, а найти его как-нибудь, вот, и так хуякс появиться и посмотреть, узнает он или нет. Да я думаю, это не знаю. Ну, сразу. Просто хотя бы один поднять.